Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Лампа.UA. Меня зовут Андрей. Темой данного обзора будет светильник из коллекции Everett от производителя Майтони. Это коллекция настенных подсветок. Предлагаются здесь три размера. Есть 23 см, 40,5 см и 57 см. И в зависимости от размера будет разная мощность. Корпус у нее полностью из металла. Это белый матовый цвет. У меня модель размером 40,5 см. Источник света — светодиодный LED-модуль. Это когда группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. В данном случае он в виде LED-ленты. Размещается он в этой части на передней панели. Прикрыт он матовым акриловым рассеивателем. Потребляет данный модуль 12 Вт, а выдает около 100 Вт. Включенный выглядит она вот так. Получается, что свет рассеивается во все стороны, кроме этой. То есть, если она установлена будет на уровне глаз перед вами, то прямого потока света в лицо не будет. А в целом, свет у нее довольно яркий. Цвет свечения здесь теплый, в кельвинах это 3000. Устанавливать можно ее и горизонтально, и вертикально. Крепится она с помощью монтажной планки. Размер основания 200 мм на 48 мм. Сама планка 140 мм на 25 мм. Выключателя здесь нет. Но, допустим, установить веревочный выключатель здесь можно будет. Либо выключатель должен быть отдельно выведенный на стене. На этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Лампа.UA. Всем пока!